Всем привет, с вами Шмыгов на канале Уша. Мы сегодня поиграем в игру под названием BDSM. Она же Big Drunk Satanic Massacre и резня, короче, всего остального. Ну, ты понял, да? Кстати, это третий выпуск по данной игре. И... знаете что? Мы, по-моему, просрали с вами задание. Знаете почему? Потому что нам давали задание... ну ладно, уже не важно. На том уровне нам давали задание, где нужно было найти все сиськи, а потом вернуться на уровень... ой, не на уровень, а в лифт. А мы не вернулись с вами. И поэтому вот так вот. Так, мы давай поиграем немножко в эту штучку. Может быть, нам удастся что-то сделать. Шесть, два, два. А пропустить ничего нельзя, да, ход? Пропустить ход нельзя? Так, а все, я проиграл, получается, да? 1-2, ну да. Да, печально, печалько. Но ладно, ничего страшного. Да, мне что-то не везет в эти игры играть с этим товарищем. Ой, извиняюсь. Показывай, что у тебя есть. У меня есть 25 тысяч. Но, по-моему, на 25 тысяч у дробаша скорострел. Да, давай скорострела возьмем. Ой, ёпти. У меня все есть, так что забей. Так, бабосы тут какие-то. Оп. Это что за прикол? Слушай, это какие-то новые черти. Да, новые черти появились, которые еще и меня губят. Ну, в смысле, не меня, а... ну, меня. Ёпти! Да, жалко, что мы не прошли с тобой то заданице, потому что, скорее всего... да не-не-не-не-не! Бегите, глупцы! Так, вроде все, да? Всех убили тут. Жалко, патронов нету у меня. Патронов нету, да. Это печально, но ладно. Куда брал? Где? Туда вроде я не могу зайти, да? Но здесь уже какая-то мексиканская тема пошла, да? Так, ничего здесь пока никого нету, да? Так, пошло сохранение, значит сейчас все закроется, и мы будем с кем-то воевать. Правильно, да? Все правильно. Кто попал в меня?
Алло. Хорош. Не надо так делать. А патронов не дается тут, типа? Хорош, слышь, я же... Так, ну в принципе с... Да хорош! Тихо, это что такое? А? Блевантин сделали небольшой. Но ничего страшного. Так, забираем бутылочку. Патроны есть здесь. Погнали с этим тогда. Еще патроны нашли. Бутылку еще одну, но... Опа! Базуко? Да ладно, серьезно? Рейдж пошел, так. Тихо! Кто просил огоньку? Все, больше никого нету. Ты не хочешь больше связываться со мной? Бабки забери. Блин, не забрал. Что это такое, все? Ага, хорошо. Кровавое тако. Играйте хорошо, ну и окей. Так, показывай, что у тебя есть? 9000, а я ничего не смогу, у него все... Нашка, цатка, пятнашка, блин, ну да. Десятка, да. Здесь тоже ничего пока нельзя купить. Так, давай, ой, извиняюсь. Давай тогда поиграем, может здесь выиграем хоть что-нибудь. Так, бабки хоть, может, отобьем. А у меня патроны есть? А вот патроны есть. Хорош. Патроны есть. Блин, он под защитой. Вот козлин. Оп, назад. Так. Фак. Так, я сейчас буду под защитой. Досадюсь. И опять защитку. Бутылку. Его убить. Защиту. Защиту. Патроны. Блин, один патрон всего я поднимаю, да? Плохо. Защиту. Еще защиту. Убить. Хорош. Бутылку. Патроны. Хорош. Так. Защитку. 4-6. Блин. Опа. Ёптель. 4. У него до хрена 4 на 4. А 4 на 4 я смогу его? Ну да, не смог. Окей. Так а о чем? Я так не мог ничего сделать. Но хоть что-то мы выиграли или нет? Что не выиграли? Ну ладно. Так, бутылку давай возьмем тогда одну. 3 бутылки у нас. У нас есть, да, у нас есть патроны, сиськи нужны, да? Так. И защитка одна. Опа. В смысле, он через это может стрелять даже? Да ладно.
Опа, черик, да, нашли. Шляпку. Так, здесь тоже нужны сисюли. Так, здесь две сисюли нужно найти. Так, 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 так. Подожди, а где сисюли? Ну на... Это что за говно? Ёптель. А, базуко. А патроны только для автомата мне дали, да? Я и забыл, что у меня есть базуко. Да хорош. Какое нахуй мое? Да, да, проще так его убить. Свинь. Да ёптель, она еще и выглядит. Так, подожди, патроны-то есть у меня? Патроны есть, сотка, 7,43, то есть все по полной получается, да? Хорошо. Да ё-моё! Ать! Так, бутылку мы нашли, патроны опять же. Так а зачем мне тратить патроны, я вот этой фиг... Ну, с револьвера их захерачу и всё. Или с револьвера долго, типа? Да пох. Зато у револьвера нету этих. Так, бабки. Так, ну базуку ты погоди. Базуку ты что-то лихо взял. Так, тут есть патрики. Сейчас закроется дверка, получается, да? А, нет, ну я сейчас в сиську, типа. Спонь. Опа. Опа! Тихо! Вот сейчас я здесь буду проигрывать, да, я так подозреваю? У меня еще и патронов нет, ни хрена. Патроны, быстрее! Эф, быстрей! Хорош! Бегите, глупцы! Monster kill. Тихо! А они что, исчезают или что они делают? А, все? Так, подожди, а я же там еще где-то был, нет? Так, веселый пук, это я уже понял. Так, мне либо, короче, вот в эту сторону, либо не в эту сторону. Так, ну давай посмотрим, что здесь. Здорово. Задание какое-то будет опять. Эй, слышь, здоровяк, иди сюда, дело есть. Наш Морд, он не против. Не против чего? Разрешить представиться. Заткнись, кто тебе разрешил рот открыть? Простите, господа, госпожа. Да, ставай раком, а ты с ней вместе с корсетью пушила. Наслышался, сказал повелитель, шевели челюстями, кусок говна. Опять начинается. Я не очень понимаю эту тему. Но... Ладно, пусть будет. В смысле? Да ты надоела! А, все, хорош. О, мы открыли карточку. У-ля-ля. Было супер, эх, Морти, знал бы ты, какой у него большой. Кстати, ебака, моя сестра Мисти, была бы тоже не проще полировать твои шары. Но вот незадача, ее держит в плену прыщавый девственник Нердемансер. Спаси ее, точно не пожалеешь.
Так, отлично. Патроны, жиза, молоко. А, я не могу, давай тогда патроны возьмем. А, значит, нам нужно спасти какую-то деваху, да? Так, а слушай, подожди. Это мы куда идем? А, это мы сюда идем, отлично. А, я могу что-нибудь увеличить, подожди. Так, показывай, что у тебя есть. Оружие, стрелок, револьвер. Это не надо. Так, бигбум, это что такое? Урон у базуки. Не могу, не могу, не могу. Сокращение времени заряда дополнительно такие базуки не надо. У автомата скорострел. Это все оно? А, 30-ку стоит. 25. А, так я ничего не смогу. Давай в перки тогда что-нибудь. А, черная магия не могу. 30-ка, 20-ка. Увеличит время действия щита. Владыга, миньоны, миньон. Но это все не то. Смертность 33 может воскреситься. Адская отрыжка я купил. Броня. Да, владыку возьмем тогда. А, в принципе, все, да. А еще разок мы не можем поиграть в его игру, да, веселую? Или можем? Что-то я пропустил. Подожди. Тут же были сиськи вроде, нет? Или там были они? Что-то я забыл. А, или я обратно, что ли, возвращаюсь, где я был? Я туплю. Так, тебя я отжал. А, ну да, все, я вернулся, короче, где был. Все, окей, давай тогда направо сейчас пойдем. Посмотрим, что там направо. Ой, что там справа? Что там справа, направо? Как говорится, что? Ай. Так, направо давай. Там что-то было. Не, тут сиську еще нужно какую-то другую сиську открыть. Тут две сиськи. А я одну створку не могу открыть, получается? Не могу. Хорошо. А где тогда была проходка? Где-то была проходка. Ну ладно. Подожди. Подожди. Что-то я запутался. Где-то, может быть, здесь еще одна сиська? Я ж тебя отжал. Ты открыла мне эти. Подожди. Здесь было задание у этого чувака. Я ухожу вот сюда. И что дальше? Может, назад надо? Ну, здесь же ты только. Или... Ну да. Подожди. А! Он мне ничего не говорит? Все, понял. Ничего он мне не говорит. Тогда... Подожди, там мы все обыскали. Тогда сюда давай идем. Ну, здесь сиско нужно. И здесь сиско... А! Пропустил. Соряныч. Соряныч. А чё не отнимается-то нихера? Прикольно. Я сказал, не это! Опа, тихо! Мне срочно нужен хпшка. Ой, не хпшка, а рейдж. Нажимайся. А чё он не нажимался так долго? Вы чё, свиньи? Решили меня тут это? Нахлобучить? Я сам кого хочешь нахлобучу. Всё, что ли?
Мало денег заработал я. Сиську нажми. А, я нажал сиську уже. Так, все. Теперь мы идем сюда. А, ну две сиськи я отжал, все правильно, да. И мы проходим вот в эти. Опа. Алло. Что за мясо началось? Так, надо ведьму, короче, гасить. Ведьма сильная собака-тварь. Сама по себе. Да ёп. Сдохни ты уже. Так, у меня кончились хпшки, алло, братюнь. Хпшку подкинешь? Патронов нет, ни хрена. Так, пойдем за хпшечкой сходим. Хорош. Погнали. Блин, ну у меня, да, нет оружия, нету ничего. 14 тысяч. А там что-то за 25 только можно, по-моему, было купить, да, насколько я помню. Так, сюда же нам, да? Вот тут две, да. Правильно я иду. А, ну опять бутылка. Так, опять это все. Ой, ёптель, это что такое? Ой, это огонь. Серьезно? Так, я рейдж могу пустить. Ой, ёп. Ай-яй-яй-яй. Да рейдж-то рейджем, а чё мне толку-то от этого рейджа, если... Толку от этого рейджа, если никого нету, то, ну, мало народа. Оп. Водка паленая. Ну тихо. Так, ну короче, тут небольшие проблемки начались уже. Все? Так, ну у меня еще есть... Но у меня патронов нету. Блин, вот этот огонь, короче, это пипец, бред. Так у меня еще патронов нету, ни хрена. А, вообще нет патронов. Опа, и все в тумане. Все, прошли, отлично. Босс Эль Руико. Это уже босяра, что ли, сейчас будет? Да ладно, серьезно? Так, давай, показывай. Блин, 18 тысяч. А я, по-моему, за 18 ничего не могу, да, купить? Только могу револьвер купить. Так, ну давай-ка мы с тобой сыграем один разок. Посмотрим, как оно сейчас пройдет.
Блин, по идее патроны нужно взять. Так, единичку давай. У меня один патрон только, да? Так, патроним. Еще раз патроним. Убиваем. Забираем. Убиваем. Блин, не убиваем. Не убиваем. Не убиваем. Забираем. 10 патронов, ёптель. Хорош. Так, патроны есть. Ёптель. Твою мать. Че, он патроны не дает, типа? Это что за говно? Че делать? Что это за говно? У него 11, очень много. Хорош. И все, да? Ну да. Ай, печалько, печалько, печалько. Ну ладно. Хорошо. Так, погнали дальше. Значит, у нас есть этот. Босяро. Что ты сделал? Вперед, Вальтрон! Я же пошутил. Ну ёптель-моптель. Ну это было нечестно, алло. А можно сейф? Иди своей дорогой, приятель. Мне твоё сомбреро ни к чему. Лайк укарача! Ты в курсе, что эта песня про траву? Ке? Ладно, забей. Прям после этого концерта больше не буду. Где он? Эль Райко? А, он там что-то вой... А чё-то он... Где он? Не видно его даже, да? Но я прикольно свой рейдж убрал. Хорош. Неправда, он не достал же ведь. Все, патроны кончились, прикольно. Что-то я... Почему? А что произошло? Где он? Ой, ёптель. Это кто такие? Все, вы что прикалываетесь? Как это пройти? Дорогу, после этого концерта точно бухнет.
Вообще капец какой-то, да? Адилова. А я даже не успеваю ничего собрать. Блин, да не, ну я же успел. Да ну, ну блин, бред. А смысл их убить? Нет патронов, у меня... Что я сейчас собрал? Не, в принципе, не сложно, но... Их что-то вообще до хрена. Ну ты... Не, я не вижу смысла просто их, короче, убивать. Проще в этого стрелять и все. Да, ёп! Не, ну этим револьверчиком-то мы мало что сможем сделать. А, какая-то жесть! Можно хотя бы немножко этого, ну, патронов там? Или я, типа, вообще... А как играть-то? Че? Ну я же успел, ну... Да иди нахер, слышишь ты? Боже мой, какой ужас! Что происходит? Сука, ты мне гитару расстроил. Оп! Пошел ты из меня струны взял.
Серьезно, опять эта беготня? Да не, это что такое? Подняли стаканы, тучечки. Да не, это какая-то жесть. У меня ничего не осталось, вообще реально опять. Блин, ну с них очень мало всего падает. А где этот-то петух с гитарой? Опа! Все, отлично. Рейдж проснулся, отлично. Где этот упырь? Ну быстрее, блядь, собирай! Ёп! Ну я не собрал патроны, блядь. Ой, извиняюсь за мат, ребят. Но это серьезно, это какой-то, что-то это со слишком тяжело. Так, он вернулся, и чё? Еп, попался, собака. Да нет, собака. Не, какая-то просто жесть на экране происходит. Так. Так, ну ему немного осталось. Тихо, что такое? А? Патроны! Рейдж, где этот пидор? Сгори, скотина! Просто сгори! Скотина! Все, все по два, окей. Мы злые, мазафака. Че, все? Дальше можем идти. Шикарно, шикарно. Погнали. Глава вторая, кровавая верхняя Адахуана. Адахуана. Так, ну в принципе мы с вами что, босса зарешали, да? Босса зарешали. На этом, наверное, эту серию тоже остановлю. А если понравилось видео, подписывайтесь на канал, ставьте лайки. С вами был Шмыгов, всем счастливо, всем пока.